Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 16-го каталога Faberlic. Он у нас уже предновогодний, здесь очень много новинок, итак, поехали. Сразу на обложке у нас с вами презентация новой интересной коллекции Aromeo. Здесь у нас будут диффузоры с вами, здесь у нас будут ароматические свечи. Цены, конечно, не бюджетные, но мы все равно обязательно возьмем с вами что-нибудь протестировать, если возьмем. Потому что, насколько я слышала, эта коллекция задерживается, хотя у VIP-ов я уже некоторые новинки видела. Посмотрим, как начнется каталог. Ароматический спрей для тела, вот они по более-менее такой цене. Да? Набор ароматических диффузоров 1000 рублей. Совсем не бюджетно, с учетом того, какой у нас здесь с вами миллилитраж. Но я думаю, что это маленькие баночки. И продукты здесь не очень много. Арома масла. Похожие масла в аптеках я часто приобретала для арома лампы, стоят гораздо бюджетнее, девчонки. На мой взгляд, это очень завышенная цена. Хоть здесь у нас и несколько масел, по три масла, как правило, да, здесь вот побольше. Здесь по три масла. Это дорого. Это дорого, и объем у них всего 5 мл. Но это ни о чем. В аптеке такие масла стоят гораздо дешевле. Но тоже обязательно все равно возьмем что-то с вами попробовать. И ультразвуковой ароматический диффузор для эфирных масел. Вообще баснословная цена. Я за такую цену покупала увлажнитель воздуха, который у меня, собственно говоря, работает. И внизу, кстати, у меня здесь есть отсек, который выдвигается, куда можно наливать эти масла. Но это у нас то же самое практически, я думаю. Он у нас будет и воздух увлажнять, и арома масла туда можно будет заливать. Так, поехали дальше. Дальше новогодняя у нас с вами коллекция. Мы каждый год, как правило, в Faberlic берем что-нибудь из новогодней коллекции. В этот раз обязательно тоже возьмем. Скорее всего, и тигрика, и светильник. Посмотрим, что будет в наличии. Если не разберут опять, то что-нибудь обязательно возьмем. Тематические кружечки, доска, прихватки, фартук. Интересное исполнение, то если по дизайну подходит. Мне по дизайну вообще вот этот цвет синий никуда не подходит, но так как у нас год синего тигра, да, мы обязательно все равно что-нибудь приобретем. Так, здесь у нас с вами набор для рук. Lovely Moments в новом исполнении. И лимитированная коллекция гелей для душа. Тоже будем брать. Скорее всего, возьму все три новенькие, потестируем. Очень любим бурлящие шарики от Faberlic. В прошлом году прям брали, пока хорошая цена. Будем брать тоже обязательно. Потестируем с вами. Надеюсь, ароматы будут новые, интересные. Новинки чая. Не очень люблю чай Faberlic, и муж мой не оценил, поэтому я мимо таких новинок прохожу. Лимитированная новогодняя коллекция. Вообще в Faberlic редко бывают лимитки, особенно что касается декоративной косметики. А здесь, смотрите, мою любимую тушь Miss Curl, в какой дизайн облачили, и помаду Hydra Lips тоже облачили в красивый очень дизайн. На подарочек вообще великолепно красивые коробочки, очень здорово смотрится. И цена будет на тушь тоже классная. Кто не подобрал себе тушь Faberlic, очень рекомендую присмотреться к Miss Curl. Она просто потрясающая. Но лак я уже не рассматриваю, потому что делаю гель-лак. А так очень красивые праздничные блесточки опять прошлогодние. Вот они. Очень интересно. Это новинка палетка наливных помад, которая у нас должна была быть в подарок за регистрацию в этом каталоге в 15-м, но ее не было. Надеюсь, что она будет доступна к заказу. Мы тоже возьмем с вами какой-нибудь... Она в одном оттенке. Возьмем, потестируем, посмотрим, что она из себя представляет. Кремовая текстура с сатиновым финишем. Она будет, скорее всего, не очень стойкая, но, тем не менее, идея интересная, чтобы такой палеткой одной закупиться. По бальзамчикам вот этим новеньким пока губы не сушат, потому что прошлая версия этих бальзамов мне, по факту, когда бальзам впитывался, губы сушила. С этой пока все нормально. Снова тушь First Class у нас будет по хорошей цене. Правда, в черном оттенке. Я ее обожаю. В коричневом просто. Не знаю, ни одна тушь мои ресницы такими не делала. Она быстро сохнет, но мы с вами нашли много способов, как можно тушь развести. И вы в том числе в комментариях давали очень классный дельный совет. У меня пока запас есть. Одна лежит в холодильнике. Вы спрашивали тоже, для чего в холодильнике? Чтобы не засохла. Она так дольше сохраняется. Она хоть и не вскрытая, но тем не менее. Она у меня хранится пока в холодильнике. Вот эти палетки у нас в 15-м каталоге за регистрацию. Вот эти палетки теней вместо наливных помад. Ну, тоже неплохой подарок, но не новиночка, скажем так. Шарики. Что касается шариков, мы с вами подробно разбирали видео и в подсказках оставлю, приложу обязательно ссылку. У меня вот такие вот бронзер в шариках. Цена нормальная, продукт годный, продукт классный. Макияж получился потрясающий, красивый, стильный, модный. Все понравилось, кроме блесток. Они в каждом шарике. И в темных оттенках, и в светлых, и в средних, они абсолютно в каждом шарике. И то есть я с таким макияжем, когда беру мелкую свою на руки, да, она у меня вся в блестках получается. А естественно, она на руках часто, ну как часто мы обнимаемся, мы играемся, мы целуемся и так далее. Поэтому вот прям
Вот убрали бы блестки, цены бы не было. Или хотя бы пусть они были не во всех шариках, как мне девочки сказали, вытащи те, что с блестками, оставь, что без блесток. Они все с блестками просто. Вот только из-за этого. А так продукт классный, годный, стойкий, красивый. Задумка суперская, хорошо набирается, хорошо наносится, смотрится круто. Я бы еще взяла себе румяна в шариках, но чувствую, что там тоже, естественно, одни блестки. Да. По поводу новинки тонального крема. Очень понравился, очень. И вам тоже понравился. Но я не знаю, как вот для жирной кожи, прям для жирной, потому что действительно есть сияние за счет света отражающих частичек. У меня в самом темном оттенке нюдовый, и мне он подошел идеально под кожу, под мой цветотип, да, и смотрится потрясающе. Лицо выглядит ухоженным, сияющим, здоровым. В общем, такой, сейчас так модно. Надо всегда, если лицо сухое, да, его как-то стараться увлажнять. Потому что это сейчас в тренде, да, вот когда лицо, вот такое вот здоровое сияние, здоровый блеск, да, сухое лицо, оно уже давно у нас не модно, хотя мы все пытаемся его иссушить, у кого комбинированная жирная кожа, да, но тем не менее сухая кожа, она и стареет быстрее. Так, поехали дальше. Губная помада «Первая леди». Матовая, будет по хорошей цене, но все уже подорожало, в принципе, хорошая цена раньше была 199 рублей, сейчас 249. А, помада хорошая, мне больше нравилась, конечно, овацию, но овацию, к сожалению, вывели из ассортимента. Здесь очень крутой оттенок 44052 лиловый. А, он у меня есть, я его прям обожаю, и 44049 у меня есть, тоже классный. Это действительно нюд, но единственное, что вот на холодное время года может, конечно, губки подсушивать. Вот так помада действительно достойная. У нас появляются... новые лаки для ногтей, вот в таких вот оттеночках, да, и появляются переводные наклейки для дизайна ногтей. 99 рублей всего, посмотрю какие-нибудь, может быть, возьму, тематически можно взять под Новый год. Можно и себе принести, моему как бы мастеру маникюра, да, попросить ее, чтобы сделала, а можно и дочери маникюр забабахать какой-нибудь на Новый год, ну, в общем, классно. Жду скидку на экспресс-карандаш для ухода за кутикулой, обожаю его, девчонки, но пока что скидки на него нет, а очень хочется. Он крутой, он на самом деле крутой. Парфюмы. Про парфюмы, какие на зиму подходят, мы уже с вами разговаривали. Что касается новинки мужского аромата Blockbuster, я дала мужу потестировать, мне понравилось, ему тоже понравилось, но сейчас много парфюмов пока в наличии, может быть, и буду брать в этом каталоге, а может быть, и попозже немножко возьму, потому что аромат интересный, аромат на самом деле интересный и очень достойный. Хорошие скидки будут в серии Dream Therapy, я сейчас пользуюсь ночной маской для лица, покупала ее еще во время беременности, она мне не зашла, я почему-то от этой серии спала, впадала просто в спячку, в дикую, а сейчас пользуюсь с превеликим удовольствием, но я не могу сказать, что она круче, чем ночная маска Weekend. Вот не могу сказать все равно, потому что, ну, как бы кожа нормальная, тон выровнен, увлажнение хорошее, гелевая текстура, все замечательно, все отлично, но мне почему-то вот Weekend даже больше нравится, хотя там подешевле она выходит. С удовольствием пользуемся, кстати, также спреем мистом для сна, на подушечке его разбрызгиваем. Запах классный, сейчас вот заходит. На патчи будет скидка, но я эти патчи даже по программе Like больше брать не буду, мне ни одни, ни вторые патчи Faberlic вообще не зашли, и... по мне, они ничего абсолютно не делают. На кислородный бустер будет скидка. На пенку. Пенка, кстати, крутая. Мне очень понравилась. И понравилась маска для лица кислородная. Тоже классная. Вообще вся серия Glublo Oxygen очень понравилась. Для возрастной кожи. Увлажняет хорошо. Потрясающе. У кого кожа сохнет, советую присмотреться к кислородному сиянию на зиму. У меня просто вот эта серия как-то спасла кожу от шелушения зимой, и больше шелушения не повторялось, потому что начался правильный уход за кожей, да? А так серия классная. Так, вот как раз желтые ценники на линейку Weekend, и, в принципе, ночная маска не сильно дешевле у нас с вами выходит, да? Сравним цены. Так, здесь у нас... А, нет, сильно дешевле. Здесь 599 рублей, а это 379 при покупке двух продуктов. Мне больше всего нравится из этой серии ночная маска и гель-гель для лица. Так, вот он, увлажняющий гель для лица. Вот эти два продукта я просто обожаю этой серии. Сыворотка тоже крутая. Биоглоу наборчиками, хорошая цена. И желтые ценники на Бионку. Вообще этот каталог прям изобилует, скажем так, желтыми ценниками, различными распродажами, новогодними новинками. Ну, аппараты мы эти с вами обсуждали, да, и абсолютно такие же есть на китайских сайтах, гораздо дешевле. Как и все, в принципе, массажеры аппаратов Faberlic, да. В этот раз активная сыворотка для роста ресниц будет по скидке. Рекомендую этот продукт, особенно кто снимает наращивание. Для бровок, для ресничек я всегда использую одну и ту же. Беру, которая по скидке, использую. Если использовать каждый день, то на 10-й день я уже вижу эффект.
отрастают реснички в тех местах, где даже не росли. Я вам рассказывала, в уголке глаза как-то ресничка прям даже выросла после вот этой сыворотки. Они действительно растут, они становятся гуще, они становятся длиннее, они становятся почему-то насыщеннее, хотя сыворотка прозрачная, то есть насыщеннее по цвету, да. Появляется вот такая новинка, щетка-массажер для очищения лица. Как всегда, цена завышена в 100 тысяч раз. Мне кажется, в Фиксе есть такая же, и она максимум стоит 249 рублей, да, ну, 1799. Я не знаю, девчонки, это перебор. Вот это явно перебор. Поэтому я ее брать не буду однозначно. Доктор Кор вообще мне не зашла серия «Вода водой». Желтые ценники на Info W. Здесь можно запастись тоником от черных точек. Он классный. Он как ментольчик такой охлаждает для жирной кожи. Рекомендую к нему очень присмотреться. Маски вот эти, я вам уже говорила, не берите. Вы замучитесь смывать вот эти блески своего лица, с волос. Откуда угодно вообще. Бесполезный продукт, который практически ничего не делает, кроме легкого увлажнения. Но все эти блески забиваются куда только можно на вашем лице. Так, у нас здесь желтые ценники на мои любимые продукты. На венотоник. На бальзам для стоп, гладкие пяточки. Теперь я еще и размягчающий крем-компресс полюбила. Наношу его на ночь, оставляю на ножках. А можно как экспресс-средство одеть бахилы сверху носочки и так походить. И потом удалить размягшую, скажем так, огрубевшую кожу пемзой. Очень хорошее средство. Прокладки будут по желтым ценникам. Здесь у нас дневные. На этот раз буду запасаться. Хотя у меня запасы так собрался приличные. Еще пачка одна от Биосида. Поэтому... Все равно стоит взять. На них редко бывает скидка, надо запасаться. Дезодорантом я сейчас пользуюсь вот таким вот зелененьким. Мне очень нравится одушка зеленого чая. Она приятная, неприторная. И, в принципе, не ощущается через какое-то время. Запах парфюма уж точно не перебивает. Но я считаю, это полный аналог наших прошлых дезодорантов. Никакой разницы с ними не вижу, по крайней мере, пока. Что касается обновленной линии «Эксперт» для волос, здесь у меня, девчонки, пока зуда нет. Я на постоянной основе пользовалась вот этим вот синеньким, да, активное питание, шампунем и сразу маской, и у меня зуда не было. Сейчас пользуюсь через раз, то черным очищаю, то этим пользуюсь, то другими производителями. Нет зуда, как было от прошлой версии, там после первого применения. Но некоторые мне писали, что все-таки у людей зуд есть. У кого был на прошлую серию, и на эту тоже зуд есть. Поэтому, конечно, все индивидуально надо смотреть. Здесь у нас будут какие новиночки? Шампунь, маска. Да какие новиночки, это все уже было, да? Хочется потом зеленую тоже серию попробовать. У нас новинки будут то, что шампуни появляются в большом объеме, да, целых 400 мл по 199 рублей. Поэтому кому подошло, конечно, да. Новые оттенки появились еще в прошлом каталоге. Кстати, мне понравилось по картинке «Осенний лес». Очень красивый оттенок, вот как раз, который у меня сейчас приблизительно. Я хочу все-таки взять какую-то краску. Будет на нее хорошая цена, 149 рублей, может быть, кстати, «Осенний лес». Еще новый оттенок «Горячий каштан» и «Пряная корица». Потому что хна, она закрашивает, конечно, седину, но ненадолго. И все-таки корни отличаются потом от основной длины, потому что волосы у меня свои темные. Поэтому все-таки изредка, наверное, я краской буду пользоваться. Заодно с вами проверим теорию, что после хны любая, ну, не любая, а краска дает какую-то зелень, да. Здесь у нас набор шампунь плюс маска. Это два моих любимых продукта в этой серии. Для блондиночек вообще рекомендую присмотреться. Действительно нейтрализует желтизну, и маска, она круто восстанавливает волосы. После нее как эффект ламинирования. Они и шампунь, и маска вот такого яркого, насыщенного цвета. Поэтому девочкам, у которых светлые волосики, хотят чуть-чуть похолоднее оттеночек, прям вот берите смело, вообще просто супер. Желтые ценники на малышковую линейку. Обязательно будем запасаться. Крем мы используем всей семьей. Этот крем мы обожаем. Мы со старшей делаем друг другу массаж с этим кремом. Салфетки обязательно гору опять наберу. И посмотрю средства для купания, какие в запасе остались. Потому что на эту серию вообще желтые ценники я не помню давно. Но это не новинки, конечно, кофе у нас давно, сублимированный день и утро. И что могу сказать? За 299 рублей, да, за 399 я его, конечно, брать больше не буду. Это дорого для объема 90 грамм, это дорого. И день он тоже немножко горчит. Тут утро горчит сильно. Если вы пьете кофе без молока, ну, не знаю, для меня это просто горечь. Он крепкий, он бодрит. С молочком очень вкусненько, нормально, здорово. Но без молока прям вот совсем горько. Просто совсем. Так, здесь у нас в еде пока ничего нового. Конечно же, возьму опять кетчуп классический, потому что у меня его любят в семье все. Абсолютно. У нас что-то новенькое должно быть с вами из БАДов. Да, спрей прополис. Так, он у нас отличное средство для полости рта, стоматиты, стоматологические заболевания, противовоспалительные, регенерирующие. Прополис еще и омолаживающим обладает свойством. Мне кажется, его можно не только для полости рта применять. Здесь 300 нажатий. Ну, хорошее средство, хорошее.
Так, по желтым ценникам у нас травяные сборы. Я люблю травяные сборы Фаберлик. Смотрите, какая новинка. Акупунктурный массажер для стоп. Мне кажется, такой тоже даже на Wildberries, на Озон можно найти дешевле. У меня есть акупунктурный коврик. И, в принципе, я им массажирую стопы. Не вижу необходимости брать эту новинку. Коврики здесь тоже дороже, чем в других магазинах. Еще в новиночках у нас влажные салфетки для удаления пятен. И они у нас обновленные. Должны быть еще лучше удалять пятна, поэтому возьмем, попробуем. Видите, улучшение формулы у нас с вами значок. Порошок 329. Дешевле он уже, наверное, больше не будет, я так думаю. Любые два кондиционера по 159. Какие-нибудь обязательно тоже возьмем. Новинки акваспрей, но здесь, в принципе, старые ароматы. Немножко обновили этикеточку. А в принципе, ароматы все остались старые. Средства для мытья посуды. Хит продаж, кстати, вот я сейчас им пользуюсь с депантенолом. Мне больше нравится коричневый. Тоже с депантенолом он у нас, по-моему. Сейчас покажу. Он пенится хуже, чем средства гелеобразные, да, без депантенола. Вот с лаймом, с грейпфрутом. Он пенится хуже. Раза в три хуже. Но он действительно не так сушит руки, как эти средства, я заметила. Поэтому пока буду пользоваться такими, но, скорее всего, коричневым, потому что вот этого слишком ярко выражена отдушка, а я мою им и детские бутылки, и соски. Так, в принципе, нормально, но меня эта отдушка очень сильно смущает, она очень ярко выражена. Новинка прошлого каталога, концентрированная мощь средства, действительно пахнет ярче, чем предыдущая. Действительно, здесь более выражена цветущая липа, аромат зелени потрясающий. Пользуюсь с удовольствием. Вот про какое средство я говорила, с маслом миндаля. Подожду на него скидку, пока у меня этого хватит. Да, вот оно мне по одушке нравится больше, она не так ярко выражена, а там прям, ну вот, вырви глаз. Белье. Сказали, будет задерживаться тоже, поэтому в начале каталога, скорее всего, не будет этих комплектов. Я очень хотела взять новиночки. Вот этот понравился. Это тоже красивый комплект, но здесь бюстгальтер без косточек. Поэтому, скорее всего, он будет грудь уменьшать, приминать, мне кажется. Хотя вот смотрится, мне очень нравится, как смотрится. Вот этот комплектик обязательно себе возьму, как он появится. Очень хочу его взять. Но почему-то вот нам новинки выпускают и задерживают их. Уже было об этом объявление. Обновленная серия «Зима» будет по желтым ценникам. Мне на каждый год, в принципе, нравится. У меня многие знакомые всегда покупают в баночке вот такой универсальный крем. Здесь у нас 6% масла ши, как, по-моему, в предыдущем креме, в прошлом году, да. Зимний концентрат для рук, крем для лица, бальзам для губ, ультрапитательный крем для всего. И у нас будут желтые ценники, поэтому что-нибудь с вами тоже обязательно возьмем. Смотрите, какие еще зимние свитера. За 3000, конечно, ну, круто. Хотя хороший свитер, если он действительно хороший, он так стоит, в принципе, 2,5. Ну, от 2 до 3 тысяч. Если он хорошей вязки, с хорошей пряжи. Новинки. Ну, у нас каждый год тоже появляется вербена в зимней серии. Более питательные. В серии Love, по-моему, у нас с вами никаких новинок нет. И в конце распродажа, скажем так, желтые ценники на дизерабль, кому нравится этот аромат. Наборчики Дона Феличи, наборчики мужские Ланселот. Ароматы в объеме 30 мл по очень классной цене для знакомства можно брать. Да? То есть со скидкой за 200 рублей вообще 30 мл. Советую присмотреться тем, кто любит сладенького Ферика и Мансуэля. И Сенсуэль, точнее, Мансуэль, к сожалению, убрали. Каприз тоже сладенький. А с вот этим ароматом я, по-моему, не знакома, если не ошибаюсь. Пондор, тяжелая артиллерия вообще. Феста Давида тоже сладенький. Мыло твердое по 79 рублей. Мне вообще не нравятся вот эти гели для душа. Они плохо пенятся. Ну как это, не гели, а гель-смузи. Он действительно как смузи, плохо пенится. И ароматы действительно натуральные. Ананас пахнет ананасом. Я брала ревень. Действительно пахнет ревнем, да. Но больше повторять покупку не буду. Очень плохо пенится. Витамания. Желтые ценники на бьюти-кафе. Можно будет взять себе мыло в запас. А так я не очень люблю эту серию. Здесь ядреные отдушки тоже очень ядреные. Смотрите, у нас какой будет розыгрыш. Главный приз 1 миллион рублей. Также 41 победитель по 100 тысяч. Как участвовать? Подписываемся на официальный аккаунт в Instagram. Оплачиваем заказ. Оставляем номер заказа и свой ник в Instagram на сайте акции. Сайт здесь есть. Да, и ждем розыгрыша ежедневно с 1 по 21 ноября. Скорее всего, в Instagram будут прямые эфиры. Да. А розыгрыш миллиона состоится 21 ноября в 6 часов. Вот так вот, очень интересно. Розыгрыши – это всегда здорово.
То есть на период действия каталога каждый день будут разыгрываться призы. И для новых покупателей вот такой вот подарочек. Летний цветочный красивый аромат Пур-Тужур за 1 рубль всего. Кто не зарегистрирован в Faberlic, проходите по ссылке. Она всегда под видео. Будем общаться. Ну, а я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.